Мы здесь. Мы приветствуем Саниту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она говорит, доверие, у нее эхо идет внутри, у нее голограмма внутри в виде креста. Сканер. Просканирую сейчас эту голограмму, включая все чипы, датчики, импланты, конвекторы, которые были связаны с этой голограммой. Сканер их видит, отключает полностью до 100%. Также над головой сканирует пространство, выводит эту голограмму. И как все выходит, силой моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Не рвет. Все выходит. Голограмма вышла. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Так лучше, Санита? Она говорит, как яд ощущаю внутри себя. Это и есть яд. Сейчас будем искать, кто это сделал. Эхо пропало, Вера? Да. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Саниты под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Саниты. Находит все. Рептилоид. Один репт. 2 грея. Хорошо. Лизард. Есть. И джин. И джин. Еще кто-нибудь есть? Нет, все. Какой у нас джин? 53-25. Полузолотой или уже золотой? Полузолотой. Сколько ты находишься в этом биополе, джин? 1 год и 3 месяца. На что ты зашел? Он попал в дом. Из дома подключился к хозяйке. С какой вещи ты попал в дом? Пришел кто-то. Кто-то пришел, смотрел дом. И он оценивающим взглядом. Джин тоже оценил и остался. Понятно. 1 год и 3 месяца. Сколько Лизард находится в этом биополе? 3 года. Начинаем с реверса энергии. Я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Саниты спроецировать все энергетические и сферические каналы болезни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Считай цифру рептилоида над головой. 240. Ты военный? Военный. Хорошо, рептилоид. Чем ты объяснишь это воздействие, эту голограмму крест в биополе Саниты? Чем ты объяснишь отравление ее глаз? У нее в глазах постоянно с глазами проблемы от вашего яда. Энергии там чистые, рабочие, подходят нам. Вам подходит. А ей это подходит, то, что вы с ней сделали? Сколько вы находитесь в ее биополе? Вы ее 4 года. Хорошо. Ждем тогда окончания реверса. Они показывают, у них есть подключки в ее дочери и в доме. В доме, в зале, там потолок такой темный. Это кухня, наверное, большой длинный потолок. Хорошо. Платы там у них стоят. Это не такая большая проблема. Мы дом по-любому сегодня будем чистить. Мне просто непонятно, зачем вы запускали туда свой яд. Что у человека начинались проблемы с глазами. Она бы оперировала несколько раз. Это не яд, это несколько слойная конструкция, электроволны, зеркальное отражение. Это ей доставляло очень вот большой... Вот эти электроволны не сходились с ее системами биоробота. И вы, понимая то, что оно не сходится, вы все равно продолжали уменьшали. Это делать? Пусть привыкает. А почему ты так считаешь, что она должна к чему-то привыкать? Мы идем по плану, это наша работа. Хорошо, мы тоже идем по плану, это тоже наша работа. В моих руках появляется шар с живой плазмой. 1, 2, 3. Хорошо, это вот моя работа. Ваша работа вредить, моя работа лечить. Грей, начнем с вас или с рептилоида? Мы не убивали, а ты нас хочешь убить. А что ж вы делали с ней, 4 года находясь в этом биополе? Вы ее медленно... Пользовались энергией. Без разрешения ее, нанося ей вред ее здоровью, очень серьезный вред. Она под операцией попала. 3 операции – это не шутка, Грей. Я могу тоже вас прооперировать сегодня, если хотите. Или просто дам вам откат за эти 4 года. Вы это все испытаете на себе, что вы ей дали. Убирая шар, входит в меня пока. Реверс закончился, Вера? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Санита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Силы потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Джину выходить не надо. Втягивая всю свою пыль, все свои подключки, все, что я оставил в ее биополе. Как закончишь, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит в этой клетке. Приступай. Как ты воздействовал на нее, Джин? Что она испытывала от твоего воздействия? Это от тебя шла неверие в свои силы? Она, знаешь, как в каком-то коконе, в таком от него, от плеч, как воронка такая, в которой он собирает сейчас руки. Да. Энергетические центры, ноги, они как затрудняли ее движение. Они все ее делали не тяжелое, а какое-то медленное, у нее легкости не было.
Не только легкость у нее была, усталость. У нее был постоянно плохой сон, внутреннее беспокойство, отсутствие радости и неверие в свои силы. Над клеткой ответственных загораются маячки. Кто был причастен к этому? Здесь голограмма навредила, но тянули все в разные стороны. Легкость – это ее присущее ей состояние души. Понятно. Хорошо. Вот ее они затрудняли. Джин все забрал? Да. Лизард, выходи. Вытаскивай гнездо свое. Где ты был? В сердечной чакре? Давил, да. Он переживания ей давал. Ну, вот этот, кто, который вам давал переживания, усилил. Понижал вибрации. Вот. Это их работа. Так они и действуют. Она переживала за все и за всех. Это очень опасное дело. Что скажет муж? Как среагирует дочь? Она все брала на себя. Эмпат. С этим тоже надо как-то уметь обращаться, иначе можно просто потерять а свое здоровье. А он скрепы усиливал это все. Вот, понятно. Эмпат и страдает от Лизарда очень конкретно. Вытащил. Итак, Грей, что-нибудь осталось в биополе? Нет. Что-нибудь? Хорошо, идем дальше. Даю команду на... стоп. Сканер, дай мне полноту души саниты на настоящий момент. 100%. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию саниты с голограммой, рептилоидом и греями, лизардом и джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к саните, помогаю моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. У нас в квартире находится джин и плата рептилоида, ты сказала, да? С греями. Да. Хорошо. Лизар, ты готов уходить? Готов. Больше не приходи, если хочешь остаться целым. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, джин, я тебя сейчас отпускаю в квартиру, собираю всю свою пыль, все подключки. Я приду, проверю. И после этого тебя отпущу на свою частоту. Первый раз. Тебе это понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру и в дом саниты. 1, 2, 3. И джин идет в этот портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, значит, подключка рептилоида и Греев стоят и в дочери, и в доме. Ну, я думаю, в принципе, мы можем из дочери вытащить сами, потому что те просто не притянутся. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У нас здесь рептилоид, 2 Грея. 4 года сидели с конструкцией в биополе. Голограмма крест стоит. Кроме того, они еще присутствуют и в дочери. И мы можем сами все вытащить. Просто они не притянутся. И в доме. У нее были проблемы с глазами от их воздействия, от их энергии. Она была 3 раза уже, ее оперировали на глаза из-за них. Там не подходит энергия. Я не вижу, что это глаза. Я вижу другие подключки, чипы. А это то, что мы вытащили, ты имеешь в виду, да? Нет. Я имею в виду у клиента, который стоит в вашей комнате. Мы только видели... Чипы создавали. Да. Уплотнение. Неважно, мы забираем их, забираем подключку. Благодарю тебя. А они говорили насчет накладывания каких-то полей, да? Было что-то? Их забрали. Хорошо, клетка пустая, да, Вера? Да. Хорошо, идем дальше. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Мы закончили с санитой. Сначала мы спросим, как санита себя чувствует. Санита, как вы себя чувствуете после чистки? Великолепно, счастливо, радостно, а самое главное, легко. Они перекрыли вам все каналы. Сейчас этого уже нет воздействия. Вы чистая и заправленная энергия.